В Нерюнгри прошел фестиваль образовательных проектов «Точки роста», в котором приняли участие представители средних общеобразовательных и дошкольных учреждений со своими проектами. В работах были затронуты вопросы профориентации школьников, инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Также были представлены проекты творческой и развивающей направленности. Цель фестиваля – это внедрение и апробация таких авторских проектов в реальной образовательной среде. Я считаю, что праздник удался, во-первых, потому что наши ветераны, которые уже давно не работают в школе, они сегодня сидели очень счастливыми. У них были слезы радости от того, что их не забыли, от того, что их помнят, и от того, что они тоже до сих пор находятся в профессии. Наших молодых специалистов было сегодня очень много. Это Надежда Якутии, которая в дальнейшем, эти учителя, эти ребята, наверное, принесут нам много наград, и их будут любить их дети, и они нам покажут очень хорошие результаты.